Московские циркачи стали заложниками непогоды в Якутии. 10 октября труппа артистов застряла между двумя переправами у Верхневилюйска. Чтобы перейти реку, артистам и питомцам понадобилась помощь спасателей. В настоящий момент все они благополучно переправлены. В региональном МЧС отмечают, что из-за перепадов температуры и обильных осадков на юге республики большегрузные автомобили буксуют на подъемах и создают аварийные ситуации при гололеде. Водители оказываются не готовы к переменчивой погоде. На территории республики Саха-Якутия скопление автотранспорта на федеральной автомобильной дороге не наблюдается. Проезд по автодороге осуществляется без ограничений. Организована работа дорожных служб в случае возникновения штатных ситуаций, связанных с гололедными явлениями на сложных участках федеральной автомобильной дороги Лена. Применяется тяжелая техника предприятию «Продор Лена». Главное управление МЧС России по республике Саха-Якутия рекомендует автолюбителям быть внимательнее на дороге, двигаться скоростью, которая обеспечивает безопасное движение, иметь дополнительные запасы горючего, цепи противоскольжения для обеспечения движения на подъемах и спусках. Также рекомендуем воздержаться от поездок в темное время суток.